Портал подмосковного Министерства социального развития «Детский отдых Подмосковья» создан для удобства родителей. На сайте представлены 87 лагерей из реестра организации отдыха детей и их оздоровления в Московской области. Они распределены по местонахождению, тематике, возрастным ограничениям и стоимости. Родители и опекуны могут увидеть актуальные фотографии лагеря и короткие промо-ролики, а также получить всю необходимую информацию и ответы на самые распространенные вопросы.